Скоростные атаки, быстрые передачи, отличное открывание. На старте матча наши баскетболистки блестяще сыграли на опережении. Передача на свободного партнера, точный бросок. 11-5. Нефтяник впереди в середине стартовой четверти. Соперницы в напряжении никак не могли найти свою игру. Новые атаки нашей команды. Отличный бросок Анастасии Алексеевой. Два классных прохода Марины Шевелевой. Нефтяник начал уходить в отрыв. 27-11. Получилось все в начале игры. Я считаю, что мы сделали хороший отрыв. То есть, получается, сработали командной игрой. Вообще, на самом деле, не четверть, а конфетка. Вторая четверть. Серия замен в составе уральской команды. Главный тренер гостей Денис Севастьянов попытался создать ударную пятерку из скоростных и забивающих игроков. Соперничество обострилось. Динамичные атаки, красивые голы. Трехочковый бросок разыгрывающий УГМК юниор Ксении Макжановой и две яркие атаки наших баскетболисток. Проход Анастасии Алексеевой, пас на Марину Шевелеву, эффектный бросок с разворота Екатерины Мащенковой. Обмен скоростными результативными атаками. Баскетболистки «Нефтяника» быстрее восстановили баланс между защитой и нападением. Хорошо сыграли молодые игроки Ксения Афанасенко и Виктория Корсакова. Первая часть матча за «Нефтяником» 50-33. Вторую четверть мы сыграли на равных, немножечко не получалось в защите, но мы старались как-то наше преимущество прибавить. Были хорошие моменты, что помогали нам не сбавлять обороты. Накаленный отрезок матча, прессинг, много жестких единоборств. Екатеринбургские баскетболистки предприняли еще одну попытку отыграться. Главный тренер «Нефтяника» Елена Лазуткина взяла тайм-аут. Рисовала на планшете, объясняла. Наши спортсменки немного перестроили игру в защите. Новые нюансы принесли результат. Амички цепко и надежно сыграли на подстраховке. Выиграли борьбу под своим кольцом. И блестяще действовали в контратаках. «Нефтяник» увеличил преимущество в счете до 25 баллов. 71-46. В третьей четверти мы каждый раз меняли защиту, то одна, то другая защита. Соперники не знали, какой защитой мы будем играть, поэтому немножко терялись. И у нас получалось быстрые атаки, убегали, с прорыва много забивали. Острый спор в четвертом периоде матча. Баскетболистки «Нефтяника» попытались сыграть на результат. Соперницы быстро почувствовали смену ритма в игре нашей команды. Стремились перехватить инициативу, забили несколько трехочковых бросков. В сложный момент успешно сыграли опытные баскетболистки «Нефтяника». Мария Согрина, Марина Шевелева и Екатерина Мащенкова забили важные своевременные голы. Наши спортсменки уверенно сыграли в заключительные минуты матча. «Нефтяник» победил 84-71. Сегодня поиграли на больших. Собственно, в чем была наша сегодняшняя задача. Сделали акцент на подборе, потому что вчера чуть-чуть не справлялись, убежали в прорывы, что, собственно, от нашей команды требуется, то есть бежать. Впереди у «Нефтяника» несколько матчей на выезде. Ближайшие игры команда проведет 22 и 23 января с одним из прямых соперников в споре за медали клубом «Ника» из Сыктывкара. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов, «Антенна-7».